Вот про запреты мы стали говорить, на ненормативную лексику. Запрещено, по-моему, в кино показывать, как пьют что-то. Ну, нет, оно не запрещено. Это как-то вы должны... Есть. Там, во-первых, ограничения сразу появляются. Но это рекомендательный характер носит. Да. А вот по телевизору вы не можете показать, как человек пьет, занимается сексом и курит, по-моему, до 22 часов что-то такое. А, вот интересно, мне кажется, что здесь все-таки срабатывает тезис Салтыкова-Щедрина, что строгость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Насколько понятно, что здесь, в Гоголь-центре, на сцене ведь можно употреблять ненормативную лексику, и это как-то практикуется, и, в общем, никто по этому поводу никаких мер не принимает. А ведь я бы не то, что большой сторонник ненормативной лексики на сцене или еще где-то. Либо она является частью речи, но она является частью естественно речи. Вытекающей, да? Или нет, а бывает же, когда там сейчас я выйду и громко скажу, и вот, а как вам? Ага. Это фигня, это провокация, вот которая, ну то есть мне это не интересно. А когда человек это проскакивает, да, бывает. Еще раз. Мы играем маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина, у нас нет ненормативной лексики. Хотя у нас там с поэтикой Пушкина рядом присутствует, например, поэтика рэпера Хаски, например. Вот, это совсем разные вещи. Но все равно. Поэтому, еще раз, мне это все кажется результатом какого-то заблуждения, отсутствием, в общем, достаточного системного понимания, что такое культура, у некоторой части, наверное, людей, которые ею руководят или которые пытаются ее, так сказать, как-то формировать.